Быть мамой не только почетно, но и совсем непросто. Родителям предложили поучаствовать в специальных развивающих мастер-классах, которые помогают привить ребенку полезные навыки. В рамках программы «Тепло традиции» такие мероприятия проводились в течение нескольких месяцев в детских садах железнодорожного района. Не каждый родитель может справиться с сложной ситуацией, не каждый родитель может идти навстречу ребенку, если возникают проблемы. И вот мы обратились к детским садам, и сегодня детские сады представили несколько площадок обучающих, которые рассказывают родителям, как можно интересно, весело и полезно провести досуг с ребенком. На праздник были приглашены многодетные мамы. Им вручались почетные грамоты, в их честь звучали теплые пожелания. А организаторы напомнили, что таких семейных праздников нужно устраивать как можно больше. Ведь современные дети страдают без родительского внимания. Сегодня наши родители, к сожалению, не все умеют правильно занять своего ребенка. И после образовательного учреждения, скажем так, дети зачастую предоставлены сами себе, родители заняты собой. А психологи доказали, что 10 минут достаточно общения глаза в глаза, чтобы ребенок был счастлив. День матери стал отмечаться не так уж давно, но уже занимает особое место как в календаре, так и в сердце каждого. И судя по счастливым улыбкам присутствующих, праздник действительно удался. Мария Колычева, Даниил Дурхисанов, «Новости дня».